Ну, вот жаль, я уже почти дорисовал, но дело в том, что эта дама ушла, и я при ней что-то не осмелился включать. А тут это из серии фото... О, Господи, из-за психологизмов. Фото я тут недаром произнес. Дама подошла, села на скамейку рядом со мной, ну, просто так в ожидании. Ну, я... Как бы я же на скамейке сижу вот тут. Вот. Ну, я говорю, давайте я вас нарисую, коль уж это самое, вы рядом со мной тут сидите. Ну, естественно, сразу... Она из разряда тех женщин, которые... Нет. Я говорю, а почему? Я говорю, ну, вы же сели вот со мной, давайте. Они пугаются, что это все за деньги, во-первых. Вот. Нет. Я говорю, ну... Ладно, вы же все равно сидите. Правда, про деньги речи не было. Я говорю, ну нарисую я вас. И начал рисовать. Я же говорю, вы же сели сами сюда. Вот, вот говорю, значит, и терпите теперь, что я вас буду рисовать. Тогда следующий идет очередной обывательский этот самый аргумент. Ну, заштампованные люди, заштампованные. Просто общаться, конечно, очень... Трудно, противно, больно с этими людьми. Хотя на вид, ну вот видите, вот примерно такая вот женщина, да. Одета нормально, сережки тут вот. Вот. Потом к ней дочка подошла, ну вся вообще такая расфуфыренная, современная, гламурная девица. Вот, и она мне говорит, я не фотогигиеничная. Ну, конечно, сразу такой, такая фраза ставит на места диспозицию нашу культурную. Фотогигиеничная. Я говорю, вот это вот меня больше всего в людях, к сожалению, ну и вообще в моей работе в том числе, и в людях угнетает, убивает, добивает. Потому что, я говорю, ну, где вы тут фото видите вообще? Вот рядом не лежало, так сказать. Она, ну да, вообще, да. Я говорю, а гигиена, говорю, ну, я не знаю, почему у вас, говорю, проблемы с гигиеной у вас, что ли? Я говорю, вообще-то правильно-то произносится фотогеничная. А вы знаете, я думал-то она пошутила. Ну, многие так шутят с этой фразой, заменяя слово «геничность», то есть рождение, то есть происхождение, ну, понятно, от слова «гений», «гений», «рождать», «гениталии», «гигиена» – это совсем другое слово. Вот фотогеничное – это рожденное не для фотографии, условно говоря. Не фотогеничный. А фотогеничный – это тот, кто, ну, как бы по природе, по своей, значит, хорошо ложится на фото. Хотя это все предубеждение, естественно. Это отдельный разговор насчет красивых людей, насчет фотогеничности и насчет фотогигиеничности. Ну, а уж фотогигиена, ну, это вообще, да, это как бы слово-то маразматическое. И я думал, она пошутила. И я говорю, ну, и так, и сам-то это говорю на всякий случай. Я говорю, ну, при чем здесь гигиена-то? А она, смотрю, на меня глядит достаточно серьезным взглядом и уже начинает обижаться. Ну, сама же про гигиену, черт побери, завела разговор. Я говорю, вы, говорю, наверное, пошутили. Ну, она не опровергла, она, нет, в смысле, я вижу, что она серьезно это сказала. Вот, очки, говорю, снимите, я ваши глаза нарисую, она, нет, не буду снимать. Ну, такая капризная, такая вся выпендрежная дама. Хотя вот с таким культурным уровнем, вот такой вот наш народ. Ладно, дальше слово за слово, я там... Как бы пытался шутить, но это бесполезно. Вот, нарисовал. Тут подбегает дочка, она, видимо, ее ждала.
как я уже говорил, вся такая расфуфыренная, гламурная. Ой, говорит, как это, типа, как здорово. Сколько стоит? Я говорю, нисколько. Я говорю, я вообще просто так рисую. Я говорю, я же, а про деньги-то у нас, говорю, речи-то не было. Она говорит, о, тогда, говорит, это. Я говорю, я же вам не предлагал его отдать. И вы, говорю, вы же, говорю, не хотели. Ну и ладно, говорит, мол, типа, и не надо. Но она еще сидит, а еще не видела результат. Вот, я продолжаю рисовать. А девушка говорит, а когда будет готово? Я говорю, да, собственно, при чем тут готово? Я же говорю, можете, я вас не держу, можете идти. А она говорит, а портрет когда готов будет? Я говорю, так вы же его не хотели делать и вообще. Я говорю, пожалуйста, сфотографируйте. Я денег не просил. Это я, говорю, для себя рисую. Но она сфотографировала. А потом, когда я этой женщине это показал, она говорит, о, нет, это не я, совсем не похоже. Хотя дочка-то признала, и как бы все, ой, как здорово. Но вот такой выпендрёж, вот такой вот выпендрёж. Не я, совсем не я. А при чем здесь ты, не ты? Рисунок-то симпатичный получился. Место это, время это, все, все схвачено, все, за все заплачено. Ну вот, а я нарисовал и считаю, что день потратил, как говорится, не зря. И сегодня у нас, дай бог вспомнить, то ли 30-е, то ли 31-е. А какое у нас сегодня число? Ну ладно. Напишем на всякий случай 30-е. Ну, а дама ушла. Саня появился. Хочешь? Я вижу, вот достать свет. Я ее руку.